Детский сад в доме. В таком формате в Ульяновске заработало новое частное дошкольное учреждение «Академия детства». Детский садик в переулке Буинском рассчитан на 40 мест для детей от 3 до 7 лет. Занятия в группах будут вести логопед, психолог, музыкальный работник и преподаватель английского. У нас программа детства, детский сад будет работать по программе детства и включение методик техники ТРИС и методики Монтессори. Детский сад расположился на первом этаже многоквартирного нового дома, что очень удобно для самих родителей. Хорошие условия, в первую очередь, хорошие педагоги, потому что я думаю, что в частных детских садах проходит тщательный отбор педагогов. В том числе и для самих педагогов создаются хорошие условия для работы и для занятий с детьми. Садик на Буинской далеко не первый в сети негосударственных дошкольных учреждений. Сейчас их насчитывается уже 14. Когда дошкольная образовательная организация негосударственная получает лицензию на право ведения образовательной деятельности и все разрешительные документы в соответствии с созданными условиями, которые требуют санитарные нормы и правила, правила пожарной безопасности, тогда за образовательную часть норматива включается областной бюджет. Таким образом, частные садики получают субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплаты труда сотрудникам, приобретение учебников и пособий, средств обучения. В этом году на эти цели уже выделено более 13 миллионов рублей. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости Ульянской правды.